Дорогой мой друг, совсем недавно я была счастливой. Каждый день улыбалась, радовалась жизни. Мы жили с родителями в большом двухэтажном доме. Моя мама красавица, и папа самый лучший. Все было прекрасно, я любила их, помогала им. Но в какой-то момент все изменилось. Как-то я, упиравшись в доме, открыла антресоль. Там были какие-то документы. Я хотела их сложить, и тут я увидела слово «онкология». Там было имя моей мамы. Я не спала ночами, боясь ее потерять. С каждым днем мама все потухала и потухала. В один из дней меня уложили, и вдруг я проснулась от крика бабушки. Она разбудилась со словами: «Мамы больше нет». «Мамочка, теперь тебя не стало. Ты не представляешь, мамочка, как много мне хочется тебе рассказать. Об изменениях в своей жизни, о своей первой любви, о веселом выпуске, на котором не было тебя. Мамочка, я каждый раз просыпаюсь и забегаю к тебе в комнату с мыслями обнять тебя, но понимаешь, что тебя нет. Но я знаю одно, что ты всегда рядом с нами».